Сложная фаза. Чехия исключила скорое урегулирование отношений с Россией. Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения Москвы и Праги находятся в сложной фазе развития. Он исключил их скорое урегулирование. Об этом сообщает CNN. Он напомнил, что недавно Чехия попросила Россию исключить ее из списка недружественных стран и заключил, что эта мера значительно усложняет возможность нормализации отношений между государствами. Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время, иллюзорное представление, подчеркнул министр. Он добавил, что перспективы взаимодействия во внешней политике необходимо рассматривать. Он намерен обратиться к председателям всех парламентских партий для назначения экспертов по этому вопросу и организации круглых столов для их обсуждения. Как сообщала РБК Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году. Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы. К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.